Регистратор в салоне авто ДПС снимает обычный день обычного патруля. Точнее, таким он бывает редко. Вот, например, белая Kia. Внимание автоинспекторов она привлекает не просто так. После остановки водитель ведет себя необычно. На месте стоит не твердо, походка неуверенная, а изо рта пахнет алкоголем. Предложение проехать на освидетельствование. Сколько? 0,792. 0,792. Согласны с этим свидетельством? Скажите слух, пожалуйста, да или нет? 0,792. Согласны? Скажите слух, пожалуйста. Согласен. Толк. Как водитель не пытался лукавить, обмануть прибор у него не вышло. Обычно штраф от 30 тысяч и лишение прав. Это если попался в первый раз. Полицейские отстранили данного водителя от управления транспортным средством. Проверив водителя по базам данным, сотрудники госавтоинспекции обнаружили, что уже в январе 2021 года данный водитель уже привлекался за то, что управлял транспортным средством в состоянии опьянения, и в настоящее время он лишен водительского удостоверения сроком на 21 месяц. Теперь мужчине грозит уголовная статья, плюс штраф до 300 тысяч рублей и принудительные работы. Но самое суровое здесь, конечно, лишение свободы на срок до 2 лет. Пятница, суббота и воскресенье суммарно за эти 3 дня инспекторы остановили 36 водителей в состоянии опьянения. По новым правилам от медосвидетельствования по-прежнему можно отказаться. Правда, наказывается это теперь лишением прав. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – это самое серьезное нарушение правил дорожного движения. К сожалению, зачастую подобные нарушения приводят к дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями. Так, по итогам прошлого года с участием водителей, которые управляли в нетрезвом состоянии, произошло 166 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 45 человек погибли и около 200 получили травмы различной степени тяжести. Рейды по пьяным водителям для госавтоинспекции сегодня обычное дело. К тому же сами сотрудники ДПС могут остановить подозрительный автомобиль во время патрулирования. Поэтому как быть? После празднования добраться до дома на такси или же стать добычей патруля ДПС, решайте для себя сами. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».